Всем привет, на связи Виктория Катыченко. В прошлом видео я коротко рассказала, что такое биток, что это за криптовалюта, как здесь можно зарабатывать без вложений, и показала, как зарегистрироваться на данном сайте. Сейчас я покажу, как скачать программу по добыче криптовалюты, установить ее на компьютер и пользоваться ней. Так, нажимаем «Скачать программку», «Сохранить», кликаем два раза, либо открываем «Показать в новой папке». Кликаем два раза, запустить, запуск, вписываем email и пароль, под которым вы регистрировались на сайте. Если у вас первого раза не получилось зайти, просто повторите попытку. Возможно, вы допустили ошибку при вводе своего email либо пароля. Так, открываем раздел «Опции», ставим галочку «Использовать центральный процессор», галочка «На использование видеокарты» не ставится. Здесь вот есть бегунок, который мы можем перетягивать в зависимости от того, насколько мы хотим серьезно задействовать свой компьютер. Да? Если вы увидите, что ваш компьютер там тормозит или что-то вам не нравится в работе, вы всегда можете поправить это. Так, возвращаемся в раздел «Главное» и нажимаем на желтую монетку. Все. Если вы хотите остановить программку, можно нажать «Стоп». Так, собственно говоря, на этом все. Вы можете свернуть программку. Вот она у вас на панельке на нижней. Вы всегда сможете зайти в раздел «Опции» и поменять здесь бегунок. Больше-меньше. В разделе «Главное» мы будем наблюдать в реальном времени, какой идет доход у нас. Все, на этом все. Мое видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, устанавливайте себе программку. Кто зарегистрировался по моей ссылке, добавляйтесь ко мне в Skype, мы Skype под этим видео. Я вас добавлю в чат компании, чтобы вы могли вовремя реагировать на свежую информацию. Всем пока!